have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы вот здесь вот в расхитительнице тумбочек. Я аж сначала немножечко растерялся, потому что вы-то серии видите регулярно, но как-то, наверное, немного будет очевидно. Некоторые игры я записываю наперед, и здесь я не был уже довольно давно, поэтому я даже особо-то и не запомнил, где мы и что мы. Сейчас буду обратно вникать в историю. Не то, чтобы здесь была история. Ну ладно. Нажать на кнопку. Получить результат. Можем. Вообще, что нам надо? Нам туда. Все, что нам говорит компас, то и делаем. Упадет. Нет. Серьезно? Просто отфигачим колесо. Ага. To drop the elevator with more force. То есть уронить. В дверку я зайти не могу. Сюда здесь ничего сделать не могу. Что я могу? Сюда я тоже пройти. Сюда я тоже пройти не могу. Что я могу? А, вон что я могу, я понял. Я что-то не заметил сразу этого прохода, я же говорю. Я немножечко... А, теперь можно шорткат себе открыть по-человечески. Просто шорткат, а мы сюда еще будем возвращаться. Привет, чувак. Трошки. Я могу нажать? Могу, если я стану ровно. Вот зачем мне нужен шорткат, я понял. Минуточку, там эти припасы. Я бы вернулся, наверное. Вроде как. А, ну вот, для этого мне оно и надо. Вроде как мы там с вами собирали для того, чтобы заапгрейдить лук до последней степени, и это все стоило очень дорого, если я правильно помню, так что... Лесенка. Лезенка, потому что мы не лезем. Нужно поднять лифт, короче, все четыре фигни ему отбить, да? Ага, то есть я здесь еще... Рано? Мне как-то наверх надо подняться. Бум. А, здесь просто есть такая еще лестница. Ха, прикольно. Зацепись уже. Давай, давай, давай. Лезь, лезь, лезь. Гоу, гоу, гоу. Теперь надо вниз. Я забыл. Надо вниз, надо запрыгнуть, надо отколупать. Да лезь вверх уже. Two to go. Вот тебе еще один to go. Okay. Just one more to go. И вон последний. Он же работает, конечно, то есть... я могу его включить таким образом. А, я могу его таскать с этажа на этаж. Как я могу это сжечь, по-вашему? Вот, ладно. Скрипит он, скрипит, но на удивление он продолжает держаться даже на одной шестеренке. Как мне попасть на противоположную? Вот в чем вопрос. А, вот... Вот зачем дробаш, я понял. Да, рабаш, спасибо. Как мне это... Я понял, как мне это поможет. Мне его надо спустить теперь.
Да нажми уже! Встаешь впритык! Кнопка активности действия не появляется. Это нужно сделать, пока он едет? Или где? Это дробашки пригодился. Нажми! Да на... Тупая овца, нажимаю тебе И. Зачем ты так поступаешь? Сколько осталось еще? Это какой этаж вообще? Че, сначала что ли? Ты издеваешься? Зашибезно просто. А, не, одна осталась. Хорошо. Это просто вот... А, ну это не разбито еще. Да, шифта здесь тоже нету. Быстрее здесь... Ай, сдохни там нафиг! Офигеть, как можно так не допрыгнуть? Как? Вот прыгнул же ровно туда. Нажимай кнопку зацепиться. Нет, давайте я упаду к чертям. Ну, нормально же. Самое лучшее решение в ее жизни. Я успел за это время хорошенько подзабыть, насколько я ненавижу здесь упро... Ты еще тут упади. Сюда, сюда, вот, запрыгни. Все. А, я отсюда не проберусь. Оттуда не запрыгну, надо... Ну, там вот эта стенка, по которой карабкаться, это ж понятно. Вперед прыгни, пожалуйста. Спасибо, калека. Так. А, мне его нужно на этаж ниже вызвать. Я думал, что он уже там. Давай. Чисто за счет того, что он ездит медленно, я потом... Вот смотрите. Вот стою рядом, кнопка не появляется. А появляется именно в ту секунду, когда я нажимаю, она исчезает. Очень классно. Нажимай. Спасибо. Да ну опять же, ну что ты спотыкаешься? Что ты сдохла? Это просто звездец. Она ногой спотыкается об эту фигню и... Едь пока вниз, я пока сбегаю наверх. Она ногой спотыкается об эту перекладинку и падает. И не помогает ни нажатие, и ничего не помогает. Все это опять не разбито, конечно. Какой ж нафиг. Ребят, 10 минут. Загадка? Это не загадка, это... Наитупейшая вещь, потому что мы это разгадали, это разгадывается за 2 секунды легко, но... Там... По крайней мере, хоть не убилась нафиг. Она просто зависла... Сейчас она просто зависла в воздухе. Давайте еще скрип по этому послушаем. То есть... Вот, вот геймплей. Опять же...
Давайте мы сделаем фиговое управление кривое. Давайте мы сделаем кривые хитбоксы, таймлайны и всякое такое. А потом будем говорить, что это сложная игра. Наконец-то, блин. 3504-10 раза. Зацепись. Теперь слезь. Забери. О, детали на дробаш собраны. Наконец-то, блин. Да. Все, пока. До свидания. Адиос. Гриболифт. А назад мне теперь... тем же путем. А как я... А, ну ладно. Я думал, он сейчас опять в бездну упадет, убьется к чертям собачьим. То есть, обычно, как в играх делают, куда-то легко, тяжело добраться. И потом, после вот такого вот экшена, у тебя появляется какой-то шорткат, чтобы ты мог попасть удобно, безопасно, нормально. Здесь? Не, нафиг. Просто нафиг. Давай мы тебя оставим, где есть, и все. Ничего это не было, заткнитесь. Да-да-да. Так, глушачок. Перезарядочка. Опять же, вот это все рассчитано чисто под консольное управление, потому что я не могу быстро бегать, я не могу присаживаться, когда мне надо, я не могу включать свет, когда мне надо. Игра сама решает, причем она решает далеко не в лучший момент. Один из двух шлемов найдено. Ну, круто. Чем могу сказать? Я очень доволен. Все, назад. Там вон есть перец, которому надо хедшот прописать. Можешь, пожалуйста, головой не дергать? Спасибо. О, детали мы собираем, хорошо. Тут патроны, тут еще какая-то фигнюшка сейчас будет. О, там можно обыскать. Хорошо, плюс 65, красиво. Ну, вообще неплохо. Сейчас мы посмотрим, что за улучшение на дробаш у нас прилетело. Они там что, взрывают, что ли? Возьму-ка я на автомате патронов нету. Ладно. Крутяк. Так, что у нас тут? Стрелы, спасибо. Патроны на дробаш, спасибо. Не то, что мне надо. Мне кажется, мы сейчас отсюда будем очень быстро драпать. Это второй шлем, не? Сейчас посмотрим. Меч церемониальный какой-нибудь. Угу. Ни о чем не напоминает? Может, пора драпать отсюда?
Were you some kind of general? Не забирай меч. Не трогай меч только. You committed seppuku. Да, это сеппуку. Не трогай меч. Не трогай трупы. Не трогай ничего. Ой, блин, тупая. Ну, предупреждал же. It's beautiful. Still sharp. Ты его что, себе забрала, что ли? У нас теперь меч будет. Секиру. Тумбочки умирают еще раз. Откуда ты знаешь, что там написано? Her rage became the storms and would not stop while her soul is tied to this earth. My storm guard are sworn to protect her. They must continue, but I cannot. Откуда ты знаешь японский? Her soul is trapped in a decaying body. That's what's causing the storms. We need to destroy the body in the ritual chamber. How the hell am I going to convince the others? Откуда ты знаешь японский? Откуда ты знаешь древний японский? Ну, это было понятно. Да. Yes, I know. Вперед прыгни ты, овца! Кинул Грену, сам себе убил. Она нас всех убьет! Грены абсолютно бесполезны. Эквалайзер мне дали. Ачивочку. Великий, может быть. Все? Нет, не все. О! Да, ты еще сдохни здесь, ага. Куда ты бежишь, корова? Ну, а ее убили, все. Потому что, блин, говорю, беги влево. Не, давай я вправо побегу, захвачу половину патронов, которые в меня летят. Это плохое место для отстреливания. Ну, блин, я... Я не мог двигаться, вы нормальные, блин? Ты тут откуда, дружище? Вот зачем тут эти стрелы лежат. Потому что ничем другим мне тут уже больше не предлагают отбиваться. Все, что ли? Вы так резко закончились, так же резко, как и начались, блин. Патроны, детали, патроны, детали. Давайте. А, стрелы нам уже не нужны, они у нас на максимуме. Окей.
До этого мы сюда залезть почему-то не могли. Ладно, вот мы лук качали, в этом случае нам лук помог. Окей, хоть что-то. Стой. Когда ты тусишь. Он так руки просто держит. Крабы на тусе, блин, елки-палки. Так, хорошо. Нам вверх или вниз? Куда в конце концов? То есть за деревяшки она этой штукой зацепиться не может. Нет, деревяшки ее не выдержат ни в коем случае. Только по стенке карабкаться может. Ладно, забей. Но это, кстати, время загрузки. И вот в чем прикол. Специальные вот эти вот коридоры длинные, ползание раком, да черт, и всякое такое, сделано для того, чтобы игра успела загрузиться. Но игра не воспринимает одну маленькую штуку. На современных мощных компьютерах, игре все-таки 7 лет уже, она загружается моментально. Нам нужна помощь. Нет, вам не нужна помощь. Вернитесь. А ну вернись. Get the hell out of here. Так. Так вот, таким образом игра пытается замаскировать от нас загрузку. Но на тот момент, если загрузки были длинными или что-то такое, то сейчас загрузки-то быстрые. И таким образом я просто... Таким образом, просто игра тратит зря мое время. Вот, вот этим вот левым ползанием. Fire, да-да-да, fire кидай в них. Этот чувак с моим лутом улетел вниз. Я торопиться не буду, тут, в принципе, все равно моя скорость ничего не решит. Вот. Во-во-во, Иона, Джо... Ребят! Я вам говорил в прошлой, или в позапрошлой серии, когда-то там, я вам говорил, кого убьют следующего. Он сказал, что Джона, то есть Иона, будет следующим, кого убьют. Смотрите, я сейчас приезжаю, я практически уверен в том, что Иона мертв. Вот. При этом и Негритоска, и Китаянка останутся живы. А Иона будет мертв, а тот чувак, скорее всего, или пропадет, или еще что-то такое. Потому что, ну, он же главная подлюка в этой игре, и... Ранение в руку, да. То есть максимум, на что они способны, легкое ранение в руку, царапина. Ты что, сама встать не могла, что ли? А, ну он пока что живой. Ладно, я вам серьезно говорю, он на очереди. Его следующего убьют. Азиатку увели, а эта черная живая, да-да-да. There were scientists here during World War II, and they believed the storms were controlled by something in a ritual chamber near the monastery. Look, I don't have all the answers, but Sam being taken, I know it's linked. And if we try to leave here without understanding why, then we'll all die. Just like the pilots. Пилотов ты убила, между прочим. Look, whatever's happening here, Lara deserves a shot. С чего бы это она не была права ни разу за все это время? С чего это она заслуживает доверия? Ай, ладно, короче, я молчу. Look, I know you want to get home to your daughter. Believe me, I do, but the fight's not over yet. I'm not asking you to believe, Reyes. I'm asking you to trust. Перевод okay. Тоже, кстати, очень кривой. Ну, это уже отдельная история. Итак, расхитительница тумбочек. Блин, неужели мы подходим к финалу этой игры? Неужели мы сейчас доберемся в зал, будем... С помощью кутаешек сражаться с Матиасом, все дела. Давайте посмотрим, что у нас есть. А, дробовик, модификация, да-да-да.
Супер. Так, очко, которое навыков. Во что мы там вливались? Я уже забыл на самом деле. Так, сбор костей, картография. В это мы вливались. Нет? Да? Нет, погодите. В это. В это. И неотразимый удар. В случае удачного контратаки вы можете именно побить... Убить прочь. Ну да, давайте. Мы все равно к этому качались. Clever girl, да, умная девочка. Это я немножечко смотрел, кстати, в ачивки. Вот эту ачивку дают за полное изучение одной ветки умений. И, ну, то есть одной из. И можно, конечно, прокачать все три ветки умений каким-то образом невероятным. 590 деталей, между прочим, у нас что нового в дробаше появилось? Ага. Зарядка, автоматическая доставка патрона ускоряет перезарядку оружия. Барабанный магаз! Ускоряет перезарядку, увеличивает магаз до 12 патронов. Блин, в дробаше вот это вот, это нужная штука. У нас 590 деталей, 350. Так, это обмотка приклада. Это патронник. Модифицированный патронник увеличивает урон. Хочу ли я качать дробаш? Вот, лук. У лука у нас 650 бронебойные. Пожалуй, я до них докачаю сейчас. Стабилизатор повышает точность полета стрел, увеличивает наносимый урон. Тоже очень нужно. И разрывные. Разрывные мне как бы нафиг не нужны. А вот это вот мне нужно. Для того, чтобы справляться с хэвиками, нужен лук. 650, блин, еще это... 60 деталей каких-то. Я думал, что я сейчас смогу что-то прокачать. Ну, я помнил, что они дорогие, но не думал, что настолько дорогие. Ладно, пофиг. Нам... Туда. Ну, все, поехали. Ну, по крайней мере, гранаты здесь говно. Стрелковое оружие здесь... Ну, вот можно постелсить пистолетом. Ну, нужно, чтобы хоть что-то пробивало оружие. Оружие, броню, чтобы хоть что-то пробивало. Потому что... Ну, дробаш сейчас начинать раскачивать, блин, его долго раскачивать. Хотя барабанный магазин хорош, я бы, например, взял. Вот эта модификация, я так понимаю, мы уже просто к концу игры подходим. Вот эта модификация на дробаш должна была появиться где-то в середине игры, потому что я им практически не пользовался все это время. Когда я пытаюсь им пользоваться в ближнем бою, он вообще никудышний. Вот, ну, ладно, черт с вами. То есть баланс, ну, естественно, от чего я здесь ожидал баланс? Lara, what do you expect to find in there? Do you really want to know? No, but you should tell me anyway. There's the soul of an ancient sun queen trapped in a dead body. Her rage is what's causing these storms. If we destroy the body, the storms will stop. Тело уже сгнило давно. And why does Matthias want Sam? I don't know. And that's what's scaring me the most. Как это ты не знаешь? Yeah, it is. But right now, crazy is all Он хочет переселить душу в нее. Это же, блин, логично, как дважды два. Вы тут такие умные, строите из себя тот все то, а тут зачем вам нужно? Да я не знаю. Так, чувак. Right. Let's go. No. I'll need you and Reyes to guard the main entrance while I go in after Sam. You're going in there alone? More people means more danger of being spotted. I need you here taking out as many of those bastards as you can. It won't just be the Solari either. There'll be others. Samurai, the Queen's Storm Guard. Look, anything that's not me or Sam, shoot it. My little bird. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. Мне кажется, чувак, для тебя это... А, то есть у нее опять же вот эта рана на плече, ее не забинтовали, ничего, она просто есть. Ну, то есть, опять же, возвращаемся к той истории в начале, ее проткнули, Лару, проткнули какой-то арматурой насквозь. А, да пофиг, само заживет. Меня поражает. Все, ладно. Так, да, теперь я могу с помощью вот этой штуки... Но меня же снесет, вы же в курсе, да? Наматывай.
А, не снесет, потому что у меня есть автоматическая вот эта поедушка-побегушка. Дайте мне еще 50 деталей, а потом дайте мне костер. 60 деталей, извините, 60. My bad. Как удобно, что ты прямо здесь оказалась, да? Уитмен, это же было понятно, он здесь главное говно, типа... Let's get some awards, James. What is he doing? My name is Dr. James Whitman. I come to you in peace. I bring you your new queen. Oh, no. Your queen. What is it, Jeff? Queen, королева, типа... Для императрицы другое слово. Ну, ладно. Понятно, что они использовали этого дурачка для отвлечения и всякое такое. Я думал, что он даже проживет чуть подольше, потому что он редкостная скотина. Но нет, они его решили слить таким образом. Вот. Ну, как бы пофиг на него. Я здесь уже второй раз, да, по-моему? А, понятно, как я отсюда выберусь. Почему ты здесь не спускаешься? Пофиг. Просто пофиг. Я задаю слишком много вопросов. Столько вопросов в этой игре неуместно. Вот. Это простая казуальщина. Для того, чтобы люди, придя с работы, просто потупили часик-полтора перед экраном, не задаваясь особо вопросами. Вот патроны на дробаш опять дают. Ну, молодцы, ребят. Дробашом пользоваться нереально, но патроны на него мы вам дадим. Вот здесь, кстати, мне эти стрелы-то пронзающие, как офигеть, как пригодились бы. Дверку вы прикрыли, молодцы. Я это мог поджечь стрелой, да? Сгорело только то, что надо. Хорошо. Скрипты работают. Итак. Рачим дальше. Тебя не видно. Твой лук вообще не видно. Так. Ага. Вот детски. Вообще тебя было сейчас незаметно, ни секундочки. Мне не сюда, мне не сюда. Я вас понял, мне сюда. Да-да-да, как я и думал. Ох, вот это большой Вася! Мне кажется, это мой следующий босс. Но он слишком просто огромный такой и всякое такое. Она сейчас где-то упадет, и это будет наш следующий босс. А у меня до сих пор нету бронебойных стрел. Очень печально. Они бы здесь пригодились. Да жму! Да жму же, чтоб тебя! О, хорошо, еще один способ убийства увидели. Жал же на кнопку, я уже знал, что она сорвется, уже жал. Та-та-та-та!
Да, давайте заново это все сделаем, конечно. Блин, помните, ребят, мы с вами играли в Plague Tale? Так вот, насчет стелса. Вот там вон я стелсил за мальчика, за Хьюго. Вот. Это было реально очень напряжно. Нужно было думать, смотреть, осторожно, планировать. Вот этот стелс... Но он обусловлен чисто тем, что они запрограммированы нас не видеть в этих местах. А так, на самом деле, ну, прикиньте, вот такая туша карабкается, блин, по карнизу, и там стоят 300 человек, и никто ее не видит. Ай, прыгай. Ее же все равно заметили, все равно заметили, ну, корова ты, блин. Ай. Сейчас я управляю. Я вовремя догадался, короче, что сейчас мне резко кинут управление и скажут: на, чувак, теперь ты за главного. На этом погоня прекратится, да? Хорошо. Патроны на дробаш опять, блин, в каких количествах я их должен тратить? О, здравствуйте. Так они не живы, это нормально. О, детальки, хорошо. О, еще чуть-чуть. Да, теперь дайте мне костер. Может, ну его нафиг. Ну, не знаю, короче. Я сейчас очень близок к тому, чтобы забить... О, вот костер. Забить на бронебойные стрелы и пойти все-таки в дробаш. У меня 662... Детали. I know he must be talking about the last Sun Queen, but I don't understand what Himiko has to do with this. She was the first queen. Somehow Matthias thinks Sam's connected, and that can't be good. Damn you, Whitman, you'll do anything for a story. I know the answer is inside that ritual chamber, but getting to it won't be easy. The Storm Guard are devoted to guarding it. I know I have to do this. I'm so scared of what I'm going to find in there. Нет, все-таки я возьму бронебойные. Я очень надеюсь, что я не пожалею об этом. Но так я, по крайней мере, смогу наносить большой урон вот этим ребятам в панцирях. Хоть с какого-то расстояния, а не впритык. Потому что дробаш чисто впритык работает. Так, что у нас здесь осталось? Стабилизатор. Повышает точность, увеличивает наносимый урон. А здесь что? Разрывные? Не, мне к черту не нужны. Вот над этим я подумаю и... Наверное, да, я сейчас буду вкачивать дробаш. Но что именно? Вот можно патронник, а можно в зарядку. И зарядка нам потом дает... Ну, блин, 750, правда, на это надо. А это будет давать дэмэдж. Хм. Интересное кино. Дневник Лары 9 из 10. Я могу убить крысу, но не хочу. А, что у нас там дальше-то? Знаете что? Не, ребят. Ну его нафиг. Там сейчас, по-моему, начнется заварушка. И дальше я идти не хочу, не знаю. Меня как-то немножечко начала подвыматывать эта игра. Я надеюсь, что она не сильно затянется. Просто... вот к этому моменту я уже не уверен, что я получаю наслаждение от игры в нее. Однако же, мне все-таки интересно, чем это закончится. Даже не так. Я примерно предполагаю, чем это закончится, но мне интересно проверить мои предположения, насколько они будут совпадать с реальностью. Вот. Ну и, собственно, наверное, вам тоже все-таки будет интересно посмотреть. Это будет некрасиво скипать игру примерно на этом моменте. Поэтому, естественно, делать этого не буду. Мы с вами это пройдем. Я так полагаю, что тут осталось еще серии 3.
Может быть, я не уверен, это опять же мое предположение, и мы его проверим в дальнейшем. А на этом, наверное, тогда сегодня все, ребятки. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Пойдем мочить самураев, зомби и пытаться уничтожить древнюю императрицу погоды. Все, ребятушки, всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.